Нестор. Нестор Алексеевич. Кто у нас? Ну давай. Наш юный спидкубер. Нестор к нам приехал из Тамбова, вот его время пошло. Все у него получится. Я думаю, он будет первым через несколько лет в этом виде спорта. Если он в 5 лет уже собирает кубик. Как ловко у него получается. Напомню, ему 5 лет. Я не сергаческих победителей нет. Ну, здесь потому что со всей России приехали. Очень тяжело тягаться с такими матерами, спидкуберами. А Нестор молодец. Вообще, конечно, замечательный, я согласен с Николаем Гришиным. Все на уровне. Ну и, естественно, это российские соревнования. Но пока самый рекорд, что я видел сегодня, это 8 секунд. Это круто. Ну, Нестор практически, да, собирал. Давайте так. Вот он все закончил. 2 минуты, но ничего, это только начало. Все у него будет впереди. Все у него впереди.
Привет.